облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. Сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. В поселке Демьяново утонул 8-летний мальчик. Ребенок купался на реке Юг без присмотра взрослых. Все подробности в рубрике «Сводка». 26 июня в поселке Демьяново 8 детей ушли на реку Юг. Взрослых с ними не было. Ребята купались в необорудованном месте. В это время один из приятелей, 8-летний мальчик, утонул. Его тело обнаружили на следующий день. Следственный комитет проводит проверку. 27 июня в деревне Порез Малмышского района в жилой дом ударила молния, и он загорелся. Хозяйка услышала сильный хлопок и треск. Вышла на улицу посмотреть, а крыша уже горела. Женщина с внучкой успели выбежать и вынести немного вещей. Несмотря на усилия пожарных и местных жителей, спасти жилье не удалось. Дом сгорел полностью. 28 июня утром в Кирово-Чепецке в микрорайоне Коринторф загорелся 16-квартирный жилой дом на улице Кооперативной. На место выехало 8 единиц техники. Пожар тушили около 30 человек. Спустя полчаса его удалось локализовать. Еще через 3 часа огонь потушили. В результате сгорела крыша. Также огнем повреждены стены и имущество 2 квартир. Одного человека эвакуировали. Причина возгорания устанавливается. Вот все провода оборванные висят. Дорогу завалило. Там все столбы повалило. О, шифер летал тут по поселку. В поселке Юбилейном Котельнического района в выходные прошел ураган. Сильный ветер вырвал с корнями десятки деревьев, которые перегородили дорогу. Мощными порывами ветра повалило на землю 2 бетонных фонарных столба. Часть от фонаря отлетела и разбила стекло в жилом доме. Разбушевавшаяся стихия оставила поселок без электричества на сутки. Столб повалило. Вот такой вот был у нас тут ураганчик маленький. Вот это да, вот это корешок. И там все сломало дерево за памятником. В самом райцентре, городе Котельниче, тоже бушевал ураган. На улице Воровского с корнями вырвало огромные тополя. Деревья упали на теплотрассу и детский садик. Это же жесть! Боже мой, чё, с какой же силой был ветер? Вы посмотрите, что творилось. Это детский сад. Это детский сад. Вы посмотрите. Боже мой, здесь перебило трубы. Здесь перебило трубы. Боже мой, это же сколько ущерба. Вы посмотрите. Это же ужас! Ужас! Последствия стихии сейчас устраняют. 28 июня вечером на Ленина 184, корпус 5, украли велосипед. В подъезд зашла парочка и сначала взглядом оценила двухколесный транспорт. Чуть позже женщина подошла к нему поближе, чтобы посмотреть, насколько надежно закреплен велосипед. Оказалось, что он вообще ни к чему не прицеплен. И женщине не составило труда просто взять и вынести его из подъезда. Подозреваемую в краже зафиксировала камера видеонаблюдения. Хозяин велосипеда ее разыскивает. Алина Котрихова, место происшествия. Yeah!